И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, на этой мы продолжаем играть в группу под названием Мафия Онлайн. И сегодня, о, замечательно, ну что же, мы нашли друг друга, привет, бабуля. Ну что же, никто, ни для кого не секрет, конечно же, приглашаю в группу, естественно. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, так, Дона. Так, 5-11 или 12-20? Будем играть. Хорошо, что задано. Ребят, мало кто заметил, 200 подписчиков у меня на канале. Это, конечно, очень круто. Огромное вам спасибо за это. Спасибо, что вы смотрите мои и такие простенькие ламповые видео на канале GC Tristan. Я, конечно же, стараюсь не пропадать, но в связи с тем, что сейчас такие вот перегрузки, связанные с трудом, в общем, так и так далее. 5.11. Хорошо. Итак, я прошу прощения, что вот такие перегрузки могут случаться. Итак, ну что ж, естественно, мы начинаем игру, начинаем наши отчетчики. Вот. И, ребят, прошу прощения за тот гневный комментарий. В общем, ко мне просто притерся какой-то агрошкольник. Медитейшн. В общем, ребят, я вас очень прошу, если вам будут писать вот в комментариях такие школьники, я вас очень прошу, никогда не оставляйте шанса писать об этом. В общем, всегда блокируйте таких агрошкольников, потому что мне он уже третий день пишет всякую бурду, и, естественно, я его прямо сейчас и здесь уже добавил и заблокировал. Теперь он, я думаю, надеюсь, не напишет никакой комментарий, и, конечно же, он этому не посочувствует, вот. Поэтому нефиг, как говорится, заниматься, страдать фигней. Итак, ну что ж. У нас двоечка шер. Естественно, мы его помечаем желтым цветом, поскольку это наш товарищ. Так, четверка. Все, ребят. Все. Вот четверка, если молчит. Дачной игры. Ребят, я еще раз повторяю, в общем, meditation, если ты меня смотришь, я больше не дам тебе доступа писать подобные гневные комментарии по поводу накрутки подписчиков. Это абсолютно не так, потому что на моем канале сидят верные подписчики, которые смотрят видео, и я ни за что не позволю оскорблять за просто так, потому что вот эти все вот эта вся тематика, вот это все вот эти попытки кого-то оскорбить, вот это вот я не приму ни в коем случае. Итак, 4-6 роль. Или вылетаете. В общем, пожалуйста, никогда не реагируйте на подобные выходки. То есть сразу, если вы видите, что какой-то непонятный челик вас просто берет и блокирует, берет и пишет всякую ересь, всегда, конечно же, блокируйте. Вот. Потому что, да, на YouTube пространстве очень много агрошкольников, конечно же, я на все это стараюсь просто плевать с высокой колокольни, но когда это делается уже который день подряд, второй или третий, и не переставая пишет гневные комментарии, конечно же, это нужно просто реально принимать какие-то принудительные меры. И, кстати, ребят, небольшое обновление у нас есть. Это, конечно же, секундомер. То есть у нас вместо привычных 10 секунд высвечивается сейчас 11. Итак, 4-6, 4-6. Если там 4-6 не говорят, значит, все, мы берем. 100. Как он смог определить, что я маг? Это что за фигня? Что за подонок, а? Ты офигел? Двойка и тройка, вы там что, совсем что ли обалдели? Все, ну вам капец просто будет сейчас. Ну вам сейчас капец просто наставит. Потому что вы на меня оба погнали. Кого? При этом еще сразу нажали на меня. Офигеть. А, понятное дело, пятерка. Нет, нет.
Нет, ну только не сейчас. Я же хорошо начал шестерка, ну ты будь благосклонным товарищем, ну пожалуйста, если ты хочешь не соперника, сливай шестерку как сам всяким собачьим, всяким делам собачьим, пожалуйста. Я тебя очень прошу, шестерочка, 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 я знаю, что ты можешь, я знаю, что ты можешь. Ну хотя бы так, ну хотя бы так, я думаю, что нужно... назвать оправдать, если сейчас это такого не случится, я надеюсь, что должно случиться, потому что один АФКшный игрок присутствует. Я на это очень рассчитываю, если один АФКшный игрок будет, то все. Спасение нам ждать обязательно надо. Итак, да, 3-3, если сейчас не нажмется четвертая, не нажалось. Хорошо, замечательно, сейчас мы бота не должны убивать, мы должны сейчас... Так, 2 или 4. 3 нельзя. Он нам нужен. На след голосу Вани. Триншер. Ле. 2 шер. Он говорил. И писал. Тогда... Ну все, ребят, тогда уничтожаем двойку. Итак, ну что ж, троечка, конечно же, будет у нас под обстрелом, естественно. Поэтому, конечно же, не хочется это все терпеть. Ну что, умирает, конечно же, двойка. Ну, это благоразумно. Да ладно! Вот это да! Вот это да! Так, а ну-ка, парни, шер... Твое слово. Так, нет, не твое слово. Шер, тебе слово. Ну да, здесь, конечно, очень тяжело остаться незамеченным, поскольку все-таки уже... Да, ситуация очень грустная. Ситуация очень грустная. Блин, вот Дон, вот мой товарищ, он схватил мою тактику на лету всегда отводить от подозрений своими фразочками, типа «Ситуация очень грустная, очень жалко потерять такого хорошего бойца», типа посочувствовать, скажем так. Но мне кажется, что... Да, четверка все время молчит, и мне кажется, что четверка это делает неспроста. Вот, и мне кажется, что четверка как раз-таки это все-таки шер. Вот, и мне кажется, что было бы разумно, а уже не было бы разумно. Все-таки нужно сейчас сливать к чертям собачьим уже троечку. Четверочку бы желательно слить, потому что все-таки 4 это такая сложная ситуация. Ну, ребят, просрать доктора в первой же катке, но это ну такое. 4-5 уже молчат, ну нет. Двойка знал с самого начала, что я мафия, тройка тоже знал, но он все-таки бот, и я бы не хотел, чтобы он сейчас возвращался, мы бы сейчас радовались и просто восполнялись. То есть 4-5 уже все, они автоматически пролетают. Но четверка еще как-то реагирует, а вот пятерка своим молчанизмом, своим... Что касается шестерки, шестерка опять же долго думает, но никто не ожидал, что сейчас вот так быстро уничтожит доктора. Ну, блин, извините, ребята, надо отставить свои слова. Шер, тебе слово. Ну, блин, ребят, мне кажется, 4, 5, 6 консолидированы сейчас вот просто будут пальбать, но сейчас только в тройку, ребят, потому что если сейчас будет ситуация, когда нужно... Шер. Угу. Слово. Да, вот мы первые седьмые такие активные, а вот 4, 5, 6 что-то реально поникли. И мне кажется, неспроста у них такое ощущение. Хотя, слушайте, мы же втроем перебьем тройку, да? А вот если такая ситуация будет, если мы втроем перебьем тройку, то чего тогда? Возникает вопрос, почему ж тогда? Если тройка у нас все уже, типа того... Вот... тройка бот... Ау. Шер, ну, нет, все, ребята, не ОФК оба. Мне кажется, что шо одного, шо другого, это, мне кажется, четверку. Ну,
Да, вот первый тоже почувствовал интуитивно, что четверка может быть... Блин. А вот надо было бы в тройку пальбать. Знаете почему? Он же бот. Правильно? Хотя, блин. Нам бы сейчас очень... О, все. Двойка капец. Он самоликвидировал уже себя. Не, ребят, надо... Все. Казним всех нахрен, что называется. Хотя нет, нужно только сейчас одного казнить. Потому что все, вот мы гасим сейчас бота, и мы побеждаем. Вот, то есть все уже, ребятки. Все, все самофыкнулись, все сам вот так вот ликвидировались. Просто бац-бац-бац. Нет, все, сейчас в четверочку, а потом, собственно, бота гасим. И все, ребят, победа. Очень круто. Ну, конечно, нет непредсказуемости никаких. Ну, конечно, все-таки нежданчик нас поджидал, что называется. Вот, все. Шестерки копс, да. И, конечно же, пальбаем сейчас только четверочку. Да? Потому что таким образом мы защищаем свою позицию. Четверка мирная, но... Окей. Сейчас только бота гасим, и все, и мы побеждаем, да? Мы побеждаем, конечно же. Мафия просыпается. Бота... И так, делает свой и выбор. Победа. Не, бота и победа. Блин, первый, без раздумий, пожалуйста, вот. Хотя в любого, если стрельнуть, то же самое будет. Но, блин, если первого уничтожим быстро, то второго все. Как бы у него мнения не будет. Хоть, где шар-то у нас? Номер один вернулся. Блин. Мафия засыпает. А что произошло-то? Блин, а он что, все что ли? Просыпается. Ликвидировал? Блин. А что произошло-то у единички? Это странно как-то, ребят. Ой-ой-ой, слушайте. Ёкарный бабай. Сейчас надо как-то свою задницу спасать, ребят. Я понимаю, тройка... Сейчас вот все 5 и 6 проголосуют против меня. Хотя, слушайте. Ах, ты ж, йоу, блин, вот это да. То есть 5 и 6, наверное, ненадолго отошли. Они, наверное, специально долго сейчас сидели и думали. Вот это опасная ситуация, ребят. 5 молчит. 6 тоже молчит, ребят. Блин. А что с первым-то произошло? Чего он сам ликвидировался? Это очень странно как-то. Блин. Чёрт, вот это вот вообще не смешно. Это вот ни хрена не смешно, ребят. Первого потерял, как-то этот. Блин. А, у него вылетела игра. Ёкарный бабай. Ну, спасибо, что пожелал удачи. Ау. Нет, ничего писать не надо, потому что ничего писать... А. Вот так вот. Ну что, ребят, минута на обсуждение. Я думал, писать здесь смысла нет. Потому что 5-6 уже автоматически вылетели. Они сейчас будут против себя голосовать. И, естественно, сейчас мы уничтожаем только... Ну, ребят, что-то как-то повезло в данную секунду. То есть, поняли, что доктор уничтожен. Доктор реально никого уже не захилит. Все. Реально победа. Ну, нет, ну, чисто теоретически они могли бы выиграть. Только потому, что вот такая вот сейчас ситуация произошла. Ну что ж, ребят, в честь 200 подписчиков, дорогие друзья, такая хорошая каточка с бабой. Ну, ничего страшного, если он вылетел. Зато мы можем сказать, что Баболя, ты красава, ты помог. Даже пытался найти шар, но уж не получилось, к сожалению, не получилось, не фартануло. Дойка, сам, что называется, сам накололся, мы поверили, что ему шерм, естественно, мы его пальбали. Ну, кто же знал, что двойка окажется у нас доктором? Вот кто же знал? Естественно, никто не знал, естественно, мы этим воспользовались, что называется. Так, ну давайте удостоверимся, что ни у кого из персонажей не возникнет желания себя смакелинуть. Вот, ну что ж, давайте теперь, ну, что нам остается сделать? А что нам остается делать? Естественно, убивать. Потому что, как я понял... А, ну все, пятерка уже того. Шестерка того. Да, нет, все, ребят, все, хорош.
5-6 уже самокил у них, короче, произошел. Все. Пятерка, шестерка уже уходит автоматически. Уничтожаем тройку и радуемся жизни. Я вот чую, что бот все-таки здесь шер, ребят. Все-таки чую, что тройка здесь является шером. Потому что он не зря вместе с двойкой на меня глаз положил. Не, это мирный. Блин, тогда кто шер-то, ребят? Наступает ночь. Слушайте. А, я же красно пометил. Мафия просыпается. За кого? Засыпает. Любого убивай и хорош, все. Да все уже, победа за нами, ребят. Тут даже думать не надо. Не, ну конечно, все-таки стыкотненько было, когда Дон самокильнул себя. Блин, это было очень неожиданно, елки-палки. Ну и ладно, в принципе, ситуации мы вырулили. Естественно, я в шестерочку не зря пошел. И это, видимо, скорее всего, шер. Я уверен. Топудов. Просыпается. Да, шестой игрок ушел. О чем я и сказал? Нет, ну было, конечно, мнение. Ей. Вы видосики. Так. Коралл. Коралл знает за кого. Je suis Tristan. Итак. Ну что ж, дорогие друзья. В общем, такая у нас великолепная карточка у нас вышла. Огромное спасибо всем тем, кто у нас вышел. Мне, конечно, забавно это было. Вот. Бабуля, огромное тебе спасибо за то, что ты... Или бабуля, не знаю. Я, естественно, тебя готов похвалить. Да, естественно, получай похвалу. Молодец. Вот, за то, что ты смог со мной вместе поучаствовать, естественно, за 200-летие. Да, я выиграл, конечно. Конечно же, я выиграл. Ну, конечно, да. Конечно, да. Вот, ну, естественно, огромное спасибо тебе за то, что ты поучаствовал в таком ролике, в таком праздничном, 200 подписчиков. Ребята, огромное вам спасибо. Я уже, честно, и не думал, что я доберусь до 200. Слушайте, это вообще красота. Огромное спасибо за игру, бабуля. Я думаю, ты ролик этот увидишь. Молодец, красава. Ну что ж, давайте послушаем победный звук, и я на этом с вами потом попрощаюсь. Итак, включаю на полную громкость и... Внимание! Ух, ребята, это было эпично. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотят меня увидеть. Огромное спасибо вам за 200 подписчиков, дорогие друзья. Очень рад, что такое число подписок у нас собралось. Вот, ребята, реально... Молодцы, что смотрите. Я, конечно же, стараюсь не пропадать. Стараюсь по большей части выкладывать видео. Но, к сожалению, как получается. Вот, поэтому не расстраивайтесь. Пишите, смотрите прошлые мои видео. Пишите, какие пожелания, какие игры вы хотели, чтобы я поснимал. Вот, в какие вы играете, тоже также пишите. И, возможно, даже завтра еще поиграет. Ты посмотри. То есть бабуля у нас просто реально молодец, все втягивает. Ну что ж, всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся. Пока. И, конечно же, огромное спасибо вам, подписчики, за такое круглое число подписок. 200 подписчиков.